трапеция, отмеченные точки на боковых сторонах. Таким образом, что отношение вот этих двух отрезков равно отношению этих двух отрезков. Ну, давайте я отвечу, скажем так. Здесь некоторый отрезочек C, а здесь KC. Здесь некоторый отрезок D, а здесь KD. Замечательно. Мы, разумеется, можем провести диагонали трапеции, и мы можем эти две точки соединить. Задача. Докажите, что вот эти два отрезка будут одной длины. У меня на картинке это не вполне так, но это потому, что я чуть-чуть криво нарисовал. А вот если вы все в точности измерите, то окажется, что они действительно одной длины.